Ну, когда взорвалось все это, было видно из окна уже, что там летает вертолет в озере где-то. Видать, военные подъехали. Потом, по слухам, тоже, что упало в Чебаркуль что-то там, полынья какая-то. Ну, пошли в воскресенье вечером, там, через 2 дня, грубо говоря. Смотрим, оцепление снимают, уже подходим туда, чай взяли с собой. И как бы вкрапления такие были возле полыни, стали вкрапления, стали кипятком отпаивать их там и доставать оттуда. Домой пришли и начали магнитом проверять и магнититься. То есть потом взял магнит хороший, пошел на следующий день туда. Дыры были еще пробурены уже, магнит закидывал, ловилось понемногу там частички крупинки. Потом заказал поисковый магнит, более сильный. Ну, стал ловить свободное время. Потом решил, да что бы не пойти, оформил отпуск, ну, там 2 недели. И ходил как бы каждый день туда. Ну, наловил. То есть там около килограмма. Ну, даже было больше, я просто раздавался. Там журналистов, во-первых, было много. Каждому всем раздашь. В общем, так было. Да, я сразу зимой по льду ходил. 34 раза ходил. В среднем где-то по 8 часов, самое максимальное там 10. То есть было холодно, руки отморозил даже. Потому что веревку мокрую все время достаешь там. Руки мокрые, ветер, мороз за 20. Mm-hmm. А да, потом мы уже как бы ближе к весне тоже иду опять ловить. Смотрю, там 2 парня. Алексей Усинков, ну, это который вот самый крупный поймал. Mm-hmm. Ну, нашел, вернее. Ну, познакомились все с ним, он говорит, потом на Челгу вышел, что в Челгу можно сделать сертификат, что утвердить, что настоящий. Он как бы Алексею передал некоторые экземпляры, он увез, и сделали сертификат вот недавно. 5 сертификатов сделали, подлинность. Метеоритами также дали им там свой музей, там все, это они так сделали. То есть это не за деньги, ни за что, а просто метеоритами также взяли. Ну, пока где? Всем раздаю, так еще, mm-hmm. А так, не знаю, может быть, выставку где-нибудь организовать, может, на Кирова можно место где-то выбить, организовать выставку, то есть, чтобы люди видели, что есть сертификаты, что это настоящий метеорит упал. Как бы верят мало очень, что это метеорит. А они все расколоты, это потому что в воде они как бы разорвало их, наверное, там. И они совсем другой формы, которые на снегу находили. Потому что на снегу они все обуглены вокруг, им иногда сколоты. А здесь больше сколов всего, там, и как бы есть блески где-то, там металлические вкрапления такие красивые.